Зрителям, подписчикам, доброе утро. Сегодня будем строить две теплицы легенды. 2,5 ширина, 5 метров длина. На бетоне поликарбонат 6 миллиметров будет. В каждой будет по форточному блоку, цельная дверь и форточка торцевая. А пока приехали, разложились, приступаем. Каркасы поставили, зафиксировали к основанию. Сейчас делаем отливы. Отливы сделаем, начнем крыть стены. Заодно параллельно будем добивать прогоны на крыше. После стен крыша. Обшили стены поликом. В одной теплице успели дверь обшить, форточку дальнюю. Установили переливы. В принципе, все готово к покрытию крыши. На дворе сумерки. Продолжим завтра. Завтра у нас крыша, подвески, форточный блок и доделать мелочевку в виде дверей и форточек. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы две теплицы, две легенды, 2,5 на 5, абсолютно одинаковые. Смотрим. Цельные двери по торцам, торцевые форточки с другой стороны. Каркас 90 профильной трубы 40 на 40, 20 на 40. Покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители. Все это стоит на бетоне. Закреплено с помощью анкеров. Также снизу сделан вот такой отлив красивый. По одному форточному блоку в каждой теплице на термоприводах. Термоприводы сейчас отключены на зиму. Также имеется система подвески под винитки на каждую сторону. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вот вторая теплица точно такая же. Все абсолютно так же. Так, а по поводу полика я немножко вас обманул. Получается, он не 4 мм, он 6 мм. 6 мм поликарбонат. Привык просто, что 4. Вот две такие красотки на одном участке у нас получились. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.